Пашинян заявил, что Армения не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины. В войне с Украиной мы не союзники России, и наше восприятие этой войны, этого конфликта, это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения. На Западе отмечают, что мы являемся союзниками России. В России видят, что мы в этой войне не являемся их союзниками. Выходит, что мы не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы. Тут же Кремль отреагировал, как бы сказал, что мы приняли этого внимания, но как бы вопрос другой. Не занимая вот эту позицию, этот Пашинян говорит о том, что они как бы уязвимы, и это для них невыгодно. Но так если невыгодно, может уже стоит занять какую-то конкретную позицию? Ну, я понимаю, насколько в Украине разочарованы позиции Армении, тем более, что во всех голосованиях в последние два года они всегда не поддерживают проукраинские резолюции. Ну вот то, что сегодня сказал Пашинян, ну давайте примем это как, может быть, максимально возможную ситуацию. Армения находится в чрезвычайно уязвимом, тяжелейшем положении геополитическом, в которое ее последовательно за 30 лет загнала Россия. Ну и ей очень трудно, так скажем, резко отказать, осудить сейчас Россию. Ну, боже мой, у нас есть достаточно других, гораздо более решительных союзников. Простим это Армении. Ну, скорее, тут, наверное, по принципу «враг моего врага». Наверное, все-таки это заявление нужно со знаком «плюс» для нас оставить. Вот именно. Я говорю, в этой ситуации, в которой находится Пашинян, да, я бы тоже его отметил с таким маленьким знаком «плюс». Услышал вас. Такаев предложил Германии больше миллиона тонн нефти на замену российской. Казахстан готов увеличить поставки в ФРГ в 6 раз. Ну, тут еще, конечно же, соединяем все то, что Китай как бы начинает выкидывать Россию из взаимоотношений. Да, вы хотели что-то сказать? Ну, совершенно, вот очень здорово, вы сознательно или у нас случайно получилось, вы как бы срифмовали Армению и Казахстан, разные позиции по отношению, ну, они находятся в разных геополитических условиях, конечно, Такаев, Казахстан может себе позволить независимую позицию решительную, ну, он вообще не стесняется просто издеваться над Путиным, ну, помните, еще в ноябре 21 года, еще до начала войны на экономическом форуме в Петербурге, он присутствовал и Путина, просто отхлестал его, когда объяснял очень подробно, как международник, юрист, почему он не может признавать эти самые республики НДР. Недавно он едко потроллил Путина и Лукашенко. У вас там уже одно государство и даже ядерные бомбы. Да, да. Во-первых, Казахстан чувствует себя неуязвимым против возможной так, попыток там воссоединения каких-то северных территорий с Россией после успехов замечательных украинских вооруженных сил. Все вообще позиции по всему постсоветскому пространству России. Но, а во-вторых, вы уже это заметили, у них есть такой надежный друг и спонсор — Китайская Народная Республика. Поэтому он может себе позволить. А у Азербайджана есть Турция, понимаете? А у бедной Армении нет никого. Вот она в самом тяжелом положении и вынуждена каким-то образом вот так лавировать в своих отношениях с Россией. А остальные наши бывшие собратья по Советскому Союзу уже посылают Кремль по адресу русского корабля и не стесняются. Да, но выходит, Казахстан теперь вот может стать в будущем таким связующим интересным звеном между Китаем и Европой. Ну да, и это символично, что как раз на встрече Китая с Казахстаном и Республикой Центральной Азии принято решение основной железнодорожной магистраль, вот этого один путь, один пояс, вести южнее России. Да. Рейд российских добровольцев в Белгородскую область России поставил Кремль перед выбором: защищать свою территорию или покидать оккупированные территории Украины. Об этом пишет британская разведка. Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной части Украины. Пишет британская разведка. И вот интересно ваше мнение. Что же выберет Путин? Россию или Украину?
Ну, он потеряет и то, и другое. Пока он выбирает важнейший аспект, между прочим, вот в этом выборе, самый острый, касается систем противовоздушной обороны. Дело в том, что вот беспилотники, они изменили всю концепцию воздушной войны. Дело в том, что такая уязвимая с точки зрения обнаружения радиолокационного поверхности этих беспилотников, она очень мала. Не только из-за их размера, а потому что там мало металла, больше композитных материалов. Поэтому их очень трудно обнаружить. И вот это проблема для всех, особенно для России с ее громадной территорией. Существующая система ПВО совершенно неадекватна. Мне кажется, что вот эти последние забросы на беспилотников, в том числе на Москву, они были просто пробной акцией такой. Похоже, там и не было достаточно серьезного взрывчатого материала. Ну вот, сегодня я слышал дискуссию между российскими экспертами. Для серьезной защиты Москвы от беспилотников нужно 60 панцирей. Их в Москве единицы. Мы видели, как там, помните, генералы, полковники генерального штаба чуть ли не на собственной спине тащили какой-то панцирь на крышу генерального штаба. Потом его переносили в Лужники, где выступал Путин. У путинской резиденции подмосковной установлен панцирь. Это неразрешимая проблема. И вот это одна из важнейших, самых эффективных подготовительных операций, так называемая формирующая операция перед масштабным наступлением, это растянуть российскую линию обороны и поставить, я не знаю, задачу, ответа, пусть Путин на нее отвечает, неразрешимую задачу, как защищать 1000-километровую границу Украины с Россией и вообще всю территорию России от атак беспилотников.